Иногда нашим деткам нужно помочь, чтобы раскрылся их талант. У них у всех есть то, о чем они мечтают. И вот чем больше мы будем делать, чтобы они раскрылись, чтобы их мечта реализовалась, тем счастливее будут они. Gracias por tenernos. Спасибо, что вы приняли нас. И por hacer este proyecto realidad. Что сделали этот проект реальностью. И estamos encantados con las instalaciones. Мы очень рады быть здесь. И estamos encantados con la actitud de los niños. И нам очень нравится поведение детей. И algunos niños nos han sorprendido para bien. И чтобы они научились хорошо. Así que te felicito. И вас тоже поздравляю с этим проектом. Y esperemos venir muchas veces más al Real Madrid aquí. Мы надеемся, что придем сюда не один раз. Это даже не обсуждается. Но из дискутивной коробки Вайса Менир. Я хочу, чтобы у нас такого рода проекты, они уже стали такой традицией. Я хочу сразу говорить о расширении этого проекта. Я уверен, что чем больше вы будете узнавать наших детей, наших маленьких футболистов, тем больше восторг вы будете от них получать и вы точно откроете наших деток и нашу страну для себя по-другому. И vais a conocer nuestro país más y más con cada día. Sí, claro, sí. Nosotros estamos encantados. Нам очень понравилось, и нам нравится. И también estamos encantados con la hospitalidad que nos está dando la gente de Odessa. Нам очень нравится качество организации, все, что здесь произошло. И estamos muy, muy agradecidos. И мы очень благодарны вам за такую возможность. Спасибо вам большое. Спасибо.